Всем доброго здравия! Сегодня сюжет данного канала – воспоминания о замечательном профессионале, творческом человеке и добрейшей души человечище. Это видео памяти Сергея Духновского. Класс, я дрожку тебе подобрал! Усы намылил и в гримерку! Ты стоишь еще как школьница, реквизит не готов, глазами лупаешь! Вы должны декорации приносить. Ты на главную роль взять текст по нулям на суфлера надеешься? Один Духновский знает свое дело 40 лет, а остальные глаза твои последители. Это было в 2015 году, а нынче уже 46. За 46 лет своей деятельности в культуре он успел оставить и добрый след в театре «Растворись в позитиве». За тот короткий период, что мы базировались на площадке ДК, конечно, Сергей Владимирович и музыку включал нам на наших спектаклях, и звуковой ряд записывал для постановки различных мероприятий. Но у театра слишком мало фото и видео этого мастера, так как человек всегда за пультом. Это Духновский Сергей Владимирович, он у нас за пультом, на звуке. А камеры всегда направлены на сцену. Музычку нам, Сергей Владимирович! Или то действо, которое озвучивает маэстро. Хочется сказать большое спасибо звукооператору Сергею Владимировичу Духновскому и Дому культуры нашему Апуческому. Поэтому все фото и видеофрагменты с Сергеем Духновским, которые есть в архиве нашего театра, мы собрали в этот фильм. Молочные продукты, мясо, рыба, птица. Естественно, никакого фастфуда, кока-колы, чипсов, сухариков. Спасибо, Матанюшка, за задоринки. А вот и поспел следующий кусочек наших покровских веселинок. И чтоб не мальчик нашелся какой, шел бы ты, Олежек, своей стороной. Прежде всего, хочется сказать о том, что работать с таким профи было одно удовольствие. Он как педагог, музыкант и слухач всегда мог подсказать, как лучше, но и не игнорировал советы и просьбы, старался сделать так, как хочет автор. Записывал фонограммы, песни, звукоряд кропотливо и ощущалось с удовольствием. С кем бы ни была назначена рабочая встреча, относился ко всем одинаково хорошо, доброжелательно. И был максимально увлечен студийной записью. Добрая улыбка располагала к себе совершенно всех. Он никогда не повышал голоса, не ругался, никогда не обижался и со всеми был в замечательных отношениях. Всегда гордился грамотами, дипломами своих учеников, которыми были увешаны стены его кабинета. Это его школа, его методика, его заслуги. И эти самые исполнители репетировали и записывались в этом кабинете, то и дело перечитывая на дипломах свои имена. Скромность и такт Сергея Владимировича как раз подтверждает небольшое количество фото и видео с его участием. Так как он всегда за пультом, поймать его в кадр с близкого расстояния можно было только на внутренних праздниках коллектива Дома культуры. Какого-то дядьку, хоть деда, хоть царя, батюшку, хоть генерала свадебную. Все, что угодно сыграет. Спасибо вам большое. Да? Для всех творческих коллективов города Опочки, включая даже те из них, которые не относятся к Дому культуры, Сергей Духновский был незаменимым и безотказным студийным звукорежиссером. У Духновского записывалась вся Опочка.
Евдокия Константинова, прощаясь, верно подметила. Видимо, там очень понадобилась ваша музыка, ваш талант. Многим больше, чем нам, людям на земле, что так скоро, в считанные дни, вас от нас забрали. Очень правильный комментарий оставила коллеге, когда узнал страшную новость Сергей Никандров. Это переломный момент. Культурная жизнь Опочки на этом закончится. Так как только Серега мог нести такую глыбу на своих плечах. Музыкант, техник, звукорежиссер, звукооператор, руководитель, педагог. Не покривлю душой, если скажу, что вся музыкально-концертная деятельность держалась на нем. Менялись директора, менялись специалисты, менялись режиссеры. И только он был несменяем и, скорее всего, незаменим. Светлая память. Жаль, что не сможем вместе поработать впредь. Сергей Владимирович руководил ансамблями «Старый вал» и «Акцент». Только с ними его можно было увидеть на сцене. Что ради нашей любви весь этот мир придуман. Бой о том, что биться не устает, сердце сердцем рядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. О старых потертых струнах спрятана наша юность, спрятана. Спасибо вам всем, что пришли. Здоровья вам, вдохновения, девочкам цветы. А это что, все были здоровы, да? Да. Ну что же, дорогие друзья, еще раз вам аплодисментов. Я попрошу сюда. А, один букетик, я скажу, у нас есть. Да-да-да. Поближе, на вашу сцену, чтобы вас все видели. Ну, а я начну. Итак, Николай Лобанов, аплодисменты, ударные инструменты. Дмитрий Петров, он же ритм гитара, он же вокал. Людмила Анучина, клавиши, вокал. Сергей, последняя очередь, погодите. Николай Никандров, бас-гитара. Александр Семенов, соло-гитара. У нас же также принимали солисты нашего Дома культуры. Это Максим Николаев, он чуть позади, зато выше всех. Вера Акшонова. Ну и Виталий Викторов со своим зажигательным танцем. И самое главное, все это действо организовал Сергей Духновский! Хочется верить, что голоса исполнителей коллектива «Акцент», педагога, руководителя Сергея Духновского, отмеченные столь высоко на многочисленных конкурсах даже международного масштаба, будут звучать и радовать не только опочан, но и зрителей далеко за пределами нашего района. Но ты не понимаешь, и в этом больше вместе люблю тебя, Россия. Николай, Николай, Николай.
Светлая память уникальному человеку, любимому коллеге и руководителю, примеру доброты и света. Свет с вами, Сергей Владимирович. Вы нам подарили свет. Свет отражает мир в глазах, свет оживает в образах, свет в наших мыслях и словах, тех, что идут от сердца, и чтоб не потерять его, нам надо только и всего жить на земле, чтоб каждый мог тем светом отогреться, с близким быть щедрей, не терять друзей, укрывать наши дети теплым одеялом, даром жить добром, ждать гостей в свой дом и жалеть лишь об одном. Господи, как мало, дай, дай вам Бог, друзья мои, были ваши дни, чтоб светом полнились они и радостью звенящей, и чтобы на большом пути нам всем хватало мудрости, нам всем хватало смелости жить чем-то настоящим и жалеть лишь об одном. Господи, как мало! Господи, как мало!